Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами Таро прогноз, карта дня на 5 декабря 2023 года. Давайте с вами посмотрим, какой это будет для нас день. Что он нам принесет? Прогноз у нас для представителей всех знаков зодиака. Тайм-коды я напишу ниже под видео в описании. Итак, смотрим. 5 декабря. Общая карта дня. Верховная жрица. День каких-то тайн, секретов, но в то же самое время книга у жрицы открыта. То есть я думаю, что мы сможем узнать что-то таинственное или то, что скрывалось от нас, или... Может быть, общение, допустим, с человеком, у которого есть способности к эзотерике, допустим. То есть здесь будет открыта какая-то тайная информация. И тут человек получит как руководство какое-то, да, то есть что делать. Не просто то, что нам озвучат что-то, но нам скажут, что с этим делать. То есть мы получим еще и какую-то подсказку. В принципе, день спокойный, домашний, уютный. Что в позитиве? В позитиве некий человек, король жезлов. Скорее всего, что тут будет связано что-то с договоренностями, с партнерством. Какие-то у вас будут совместные дела. Через этого человека вы можете получить свое благополучие, то есть и, ну, свой какой-то желаемый результат. Это может быть... кто-то из ваших близких, муж, отец, допустим, или же это, возможно, партнер или начальник. Но тут этот человек имеет определенное влияние на вас. Точнее, оказывает на вас определенное влияние. Так, что в негативе? В негативе может быть нерешительность, тупиковая какая-то ситуация. Но, по сути, человек может из этого тупика выйти. Главное сделать шаг. Главное начать действовать. Не ждать у моря погоды, да, а потихоньку-потихоньку продвигаться вперед. Потому что пока человек стоит на месте, думает, что-то взвешивает для себя, какие-то неприятности, да, что-то подходит как бы со спины, за спиной что-то может развиваться. И вот, в принципе, поэтому вполне вероятно, что человеку и нужно обратиться к кому-то, к какому-то специалисту, который приоткроет вот эту тайну. Расскажет что-то о тайных действиях других людей. Поведает что-то нам. На что следует обратить внимание? Ну, на ваше окружение. Кто вас окружает, и следует обратить внимание, кого вы к себе подпускаете, насколько близко, кто и что о вас знает, что в личных отношениях. Так, ну здесь как скованность, какой-то замкнутый круг. Переживания могут быть, но в целом эта ситуация разрешится. То есть это все пройдет. Просто есть вот на этот момент определенные какие-то тревоги и переживания за то, что, опять же таки, что-то как за спиной разыгрывается. Да? Мы не всей информацией этой владеем. Может быть, это какое-то наше близкое окружение что-то делает, да, или это могут быть наши какие-то друзья, соседи, там, коллеги, да, люди, с которыми у нас есть какие-то отношения. Вот эти люди за спиной разыгрывают какую-то комедию. Что в рабочей сфере? Суд. Провозглашение чего-то важного, получение важной информации, признание какое-то. То есть, может быть, у вас будет повышение, может быть, вам повысят зарплату, признают ваши заслуги, допустим, поощрение какое-то может быть. В то же самое время... могут призвать к каким-то определенным действиям в этот день. Могут спросить за что-то. К
Какой день для поиска работы? Ну, не лучше, потому что тут, ну, какие-то варианты будут, но это все очень зыбко. Нет чего-то конкретного. Если запланирована встреча, как эта встреча пройдет? Встреча пройдет хорошо. Встречайтесь, договаривайтесь. Тут получение финансов каких-то, возможностей, чего-то ценного для себя. Но в целом вы будете довольны. Так. Какой-то день для покупок. Хороший, покупайте. То, что вы приобретете в этот день, будет служить долго. Можно ли давать деньги в долг? Да, можно ли брать в долг? Да, можно ли брать в кредит? Нет. И общий совет карт. Ну, надо завершить какую-то ситуацию. Поставить в чем-то точку. Разобраться со своими врагами. А враги эти недоброжелатели есть. Притом такое впечатление, что они как-то близко, да. Ну, в целом, разобравшись с кем-то, вы можете дальше мечтать, дальше планировать и достигать вот этих мечт. Так что я не то опять колоду взяла. Сейчас, секунду. Послание фей. Связь с природой. Пребывание на свежем воздухе омолодит и вдохновит вас. Больше гуляйте, дышите воздухом, набирайте сил. Вот такой у нас получился прогноз общий. Да? Дальше мы смотрим с вами для каждого знака зодиака в отдельности. Овны. Карта дня для вас. Для Овнов сразу две карты. Но здесь какой-то путь достаточно такой тяжелый. Но в целом, вы знаете, вы получите то, что вы хотите. Вам тяжело что-то дается, очень тяжело. На вашем пути много преград, каких-то препятствий, чего-то вы не видите. Да? У вас очень много каких-то хлопот, которые отвлекают вас, которые, скажем так, занимают все ваше внимание. И поэтому вы не видите дорогу, вы не видите то, что у вас под ногами, то, что впереди. То есть вы двигаетесь куда-то, но как будто на ощупь, то есть вслепую, тут закрыто все. Вы не видите, что там дальше. И в целом вы идете по большому счету интуитивно в правильном направлении. Но для того, чтобы облегчить свою участь, да, для того, чтобы вам было все-таки как-то более комфортно, и чтобы вы получили желаемый результат, вам необходимо пересмотреть свое отношение к каким-то делам, к каким-то вопросам. То есть что-то вам нужно отпустить. Да, и тогда все получится. На вашей дороге будет солнце, то есть все будет так, как надо. Сила ваша будет заключаться в мудрости. Прислушивайтесь к вашей интуиции. И не спешите. Тельцы, карта дня для вас. Так, ну для тельцов день такой немного тяжелый, потому что здесь очень много какой-то информации будет. Вы будете стараться везде успеть, все как-то вовремя сдать, написать, продумать. Много обязательств у вас. Будете работать с документами, но работа эта будет достаточно такая тяжелая. Если не с документами, то с какой-то информацией. Да? Может быть, вы будете что-то читать, писать, там, я не знаю,
собирать справки какие-то и продвигаться вперед вы будете тяжело и не быстро. Но в целом у вас все получится. Так или иначе, вы добьетесь своего. Сила ваша будет заключаться в постоянстве, в вашей стабильности. Будьте благодарны за то, что имеете. Раки, карта дня для вас. Ой, раки. Близнецы. Близнецы, я прошу прощения. Карта дня для вас. Близнецы. Так, для близнецов. День интересный. Знаете, очень большой потенциал у вас будет в этот день. Очень много вы можете добиться, но будет лень. Не будет желания. Хотя для вот как день для реализации каких-то возможностей, для реализации ваших талантов, способностей великолепный. Вполне вероятно, что вас будет ожидать дорога, но вы будете думать, ехать вам или не ехать, продвигать что-то или не продвигать. То есть тут, скорее всего, что вы будете склонны к тому, что оставить все как есть. Но на самом деле потенциал достаточно большой. Сила ваша будет заключаться в том, что вы знаете, чего вы хотите, но помним то, что здесь важную роль будет играть лень. Совет. Даже если вы расслабляетесь по какому-то поводу, помните, что контроль все равно нужно соблюдать. То есть что-то вы должны контролировать, какой-то процесс. Далее. Раки, карта дня для вас. Ох, смотрите, тут целых три карты выпали. Ну что ж, я вам скажу так, что здесь все три карты указывают на дорогу и на решение какой-то проблемы. И знаете, что я вижу? Что есть какая-то ситуация, которую вы пытаетесь разрешить. То есть есть что-то, над чем вы работаете. Это может касаться чего угодно. Да? Все мы разные, и у каждого свои какие-то дела. Но вот есть что-то, вот, куда вы вкладываете огромное количество сил, ресурсов. То есть что-то вас очень привлекает, что-то вам очень нужно. Но, как я понимаю, по всей вероятности, что-то не получается. То есть силы, ресурсы, все это вы тратите, но результата конкретного нет, как будто все впустую. И вполне вероятно, что вот в этот день вы поймете, что вам нужно действовать как-то по-другому. То есть, что не получается по какой-то другой причине. И вы поймете, что вам для этого, для того, чтобы исправить эту ситуацию, для того, чтобы таки прийти к поставленной цели, вам необходимо что-то поменять. И вот вы, в принципе, в этот день узнаете об этом, да? То есть вот вы уйдете от каких-то проблем, вы избавитесь от каких-то иллюзий. То есть, соответственно, то есть настанет какой-то период, ну вот как будто пришел период, когда вот все, вам эта информация открыта. То есть что-то для вас кармическое открывается. Да. И я как понимаю по этим картам, что
то, что не получается, это связано с неким человеком, с неким другим человеком, который может делать вам препятствия. И вот при том этот человек у вас как будто за спиной. Да, этот человек как будто следует за вами. Вот. И, в общем, вы разберетесь с этой ситуацией. Сила ваша будет заключаться в любви. То есть у вас есть партнер, есть там, ну, грубо говоря, там ваша вторая половина, женщина, мужчина, который с вами вместе, да, и вот вместе вы это все преодолеете. Вместе вы со всем разберетесь. Главное, не спешите, действуйте поэтапно. Далее. Львы, карта дня для вас. Да что ж такое, сегодня по несколько карт сразу достаю. Ну, для львов день хороший, очень активный. Здесь подписание каких-то документов, трудоустройство может быть, получение каких-то документов на руки, к примеру, получение разрешения, подписание контрактов, то, что касается аренды, к примеру, коллективной какой-то работы. То есть тут день очень хороший для работы, для какого-то коллектива, для собраний. Но настроение у вас будет хорошее. И, кстати, очень много сплетен может быть в этот день. Какие-то разговоры, слухи, там что-то до вас дойдет, какая-то информация. Да, посещение общественных мест. Может быть, вы будете где-то с кем-то встречаться, что-то будете оговаривать. О чем-то будете договариваться. Сила ваша заключается в любви и в партнерстве. Но совет такой. Любовь любовью, но не забывайте о том, что иногда люди могут скрывать какие-то свои дела, свое прошлое. Утаивать какую-то информацию. Поэтому будьте внимательны. Так, сейчас. Девы, карта дня для вас. Сейчас, секунду. Так, ну, для дев день хороший. Что-то будет стабильно для вас. Какая-то деятельность, да, какая-то ваша работа, положение. Вы поймете, что это в вашей жизни стабильно. Наконец-то вы к чему-то пришли. Наконец-то вы можете ощутить вот это чувство гармонии, наполненности, ресурсности. То есть, по большому счету, все в вашей жизни складывается своевременно и так, как нужно. Вы будете думать по поводу распределения капитала какого-то. На что вам тратить деньги, на что не тратить. Во что эти деньги вложить или же лучше их оставить. Но в целом, ну, вы все равно решите вопрос это так, как вам необходимо. Сила... не сила, а просто как сопутствующая карта, говорит о том, что в вашей жизни наступил период определенной стабильности. А сила ваша будет заключаться в умении мечтать. Совет. Работайте. Работайте, трудитесь. Продолжайте в том же духе. Весы, карта дня для вас. Так, ну для весов здесь возможно вступление в брак.
либо вы получите документы, касающиеся вашей семьи или вашего партнера, или, может быть, это какие-то документы или разрешения на то, чтобы увидеться, допустим, или отправиться в какой-то путь совместно. То есть тут что-то будет важное в вашей жизни происходить. У вас выпадает два старших аркана. Вы сделаете правильный выбор. Вы что-то для себя поймете, обретете. То есть у вас наступает как светлая полоса. То есть вы понимаете, что вы достигли чего-то. Что время потрачено не зря. Хотя вы будете себя еще накручивать, переживать за что-то. Сила ваша будет заключаться в том, что вы умеете хранить чужие секреты. Любите и принимайте себя такими, какие вы есть. Скорпионы, карта дня для вас. Так, ну для скорпионов день, в принципе, неплохой. Вы с чем-то определитесь в этот день, что-то важное для себя решите. Ваше положение пока что зыбко, нет уверенности в чем-то. Но вы учитесь, вы получаете какую-то важную для себя информацию. Вы, в принципе, на правильном пути. Я думаю, что вас будет ожидать успех. И тут, кстати, вам могут что-то сообщить, вам могут передать какую-то новость, информацию, письмо написать. И тут сила ваша будет заключаться в любви. Знаете, иногда что-то прекрасное мы находим там, где не ожидали найти. Так что будьте внимательны. Стрельцы, карта дня для вас. Для стрельцов хороший день. Вы будете полны сил, энергии, желания действовать. И в принципе вы будете продвигаться вперед. Все у вас будет получаться. Какое-то новое начало вас ожидает. Новое начинание, которое будет для вас благополучием. То есть вы добьетесь своего. Вас ожидает в каком-то деле определенный успех. В документах, кстати, все то, что касается документов, все будет в порядке у вас. Что-то решится. Возможно, получите как разрешение на дорогу. То есть какая-то проблема, которая вас беспокоила, она уйдет. И ваша сила будет заключаться в том, что вы с легкостью умеете что-то отпускать. То есть вы не зацикливаетесь на плохом. Совет. Будьте разными. Позвольте себе эту роскошь. Козерожки, карта дня для нас. Так, ну для козерожек здесь день каких-то перемен, дороги, решение вопросов, связанных с каким-то начинанием. Это, кстати, может быть еще что-то связано с детьми. Быстрая какая-то реакция, оперативные какие-то действия, но вы будете действовать не одни, у вас есть верный друг, верный товарищ, есть на кого положиться, и вы будете как-то совместно что-то решать. И, кстати, какую-то ситуацию вы таки для себя разрешите, как неожиданно. Вы получите желаемый результат. Счастье, успех, легкость. Да. Все получится. Много движений будет, поездки возможны, но не спешите, да? То есть действуйте постепенно, шаг за шагом, продвигаясь вперед.
Водолеи, карта дня для вас. Так, ну для водолеев день хороший, домашний. Хорошее настроение, какой-то праздник в доме, совместные посиделки, общение. Может быть, кто-то к вам приедет в гости, какая-то дама может к вам наведаться. Или это вы будете себя чувствовать дома, да, вот как хозяйка. Но если смотрит мужчина, то есть я думаю, что скорее всего, что это при мужчине просто будет женщина. Очень такая яркая, интересная. Домашняя, да, но домашняя такая хозяйка именно. И решение каких-то домашних вопросов будет. Также что-то будете решать, касающееся детей. И вашего дома. Может быть, там что-то будет связано с документами, или вы решите, допустим, сделать ремонт, перепланировку какую-то, что-то освежить, покрасить. То есть вам нужно будет как будто внести вот разнообразие, что-то переделать, обновить, украсить. Сила ваша будет заключаться в партнерстве. Не действуйте в одиночку, действуйте сообща. Да, и в лодке здесь мы видим тоже парочку такую интересную. Так что совместно с кем-то вы добьетесь поставленных целей. Рыбки, карта дня для вас. Рыбки будут думать над чьей-то хитростью, или рыбки будут вынашивать свой какой-то хитрый план. Но в то же самое время, знаете, здесь в большей степени, я думаю, это будет связано с тем, что рыбы смогут себя как-то защитить от недоброжелателей. Потому что мы видим, что вот эти четыре кубка, они расставлены вот как вокруг главной центральной фигуры вот этого человека. То есть я бы так сказала, что человек будет защищен с четырех сторон. И есть кто-то, кто хочет, возможно, навредить, хочет воспользоваться тем, что принадлежит вам, но не получится, потому что у вас есть определенного рода защиты, или эту защиту вы получите вовремя. Что-то важное будет связано с казенным домом. Может быть, это работа, как вариант. Сила ваша будет заключаться в том, что вы совершите какой-то путь, какую-то дорогу, вовремя отреагируете и найдете подход к решению какой-то задачи. Вообще найдете решение какое-то. Вам необходимо на кого-то или на что-то посмотреть с другой стороны. Вот такой у нас получился с вами расклад. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго вам.